Лайма Вайкули в последний день марта отметила 66-летие. 70-летняя Алла Пугачева поспешила поздравить свою подругу с праздником. У тебя язык без костей. С таким языком надо чем заниматься. Сахарком посыпать. Молчать. У дамы с дюн день рождения. Прекрасная и талантливая, живи долго и счастливо, написала Примадонна в личном блоге. Свое послание звезда украсила многочисленными сердечками, что на языке эмодзи означает любовь. Молодой, ну, с юмором, молодой, плохо. Иногда хочется постарше. Ничего себе постарше. Я вам дам постарше. Вот сейчас ломим. Отметим, что Алла Борисовна не случайно назвала латвийскую певицу «Дамой из дюн». С некоторых пор Пугачева и Вайкули засветились в качестве блогеров, записывая юмористические вайны. Спокойно, страна. Да. Теперь у нас еще одна. Еще одна? Ты какая? Все знают. В видеороликах они называют друг друга именно дамами с дюн. Удивительно, но эти кадры звезды записывают без всякой подготовки. Лайма рассказывала, что Алла с ней на одной волне и легко подхватывает идеи на лету, придумывая шутки. Мы дамы с дюн, а те, кто нам подражают, они дамы без дюн.